Я Наташа Синдеева, мне 50. Мне очень сложно было примириться с этой цифрой, с тем, как она произносится. Не с тем, как я себя чувствую, не с тем, что это действительно 50, а с тем, как ты произносишь 50. И вот как бы 49 нормально, даже я думаю, 51 уже как-то легче. От 50 у меня какой-то ступор. И я поняла, что нужно просто как в психотерапии. Надо просто про это как бы говорить, не стесняясь, заявлять это, и тогда мне станет проще. И я очень много поменяла в своей жизни, и для меня это действительно год случился таким переломным. Во-первых, потому что я совершенно обретаю новую себя.